В среду, 21 октября, на стадионе «Арена Химки» состоится матч между футбольными командами ЦСКА и «Манчестер Юнайтед». В связи с этим с 13 часов и до окончания игры у стадиона будет ограничена парковка личного автотранспорта. Это проезжая часть улиц Кирова, Чапаева и Калинина, а также Московского проезда. Администрация «Химок» приносит извинения за временные неудобства и просит автовладельцев проявить ответственность. Убрав заблаговременно машины с дороги, вы поможете работе правоохранительных органов и убережете свой транспорт от повреждений.